Приветствую, мои дорогие друзья, на связи Грим Оптимист, и с вами мы с вами продолжаем пытаться выжить в DayZ. Значит, проблема у нас с питьем. У меня сейчас такой план действий. Значит, я сейчас возвращаюсь в магазин, так как с момента моего последнего, скажем так, захода в игру прошли уже сутки реального времени. Есть шанс, что вдруг там появилось питье, захожу в магазин, потом выдвигаюсь на север. Карты у меня нет, то есть я не могу точно корректировать свои, скажем так, свое местоположение. Вот, но будем мы стараться так. С винтовкой в руках, то есть на случай, если вдруг я кого-нибудь встречу, чтобы человека была возможность его быстренько выпилить. Потому что, сами понимаете, с топором у меня будут шансы только против безоружного противника. Ну, или, ну, в смысле, без вооруженного огнестрельным оружием противника. Я бы вообще бы сразу, конечно, выдвинулся на север, но, к сожалению, у меня персонаж действительно хочет пить. И проблема в том, что могу я не дойти просто элементарно. Подохну от жажды, не факт, что я смогу найти там какое-нибудь озеро. Вообще, насколько мне известно, можно поискать какие-нибудь водоемы или деревни. Там есть колонки, ну, в водоемах, соответственно, тоже можно набрать воду. Так, давайте возьмем топор, чтобы можно было быренько выпилить его. Отлично, выпилили. Вроде как. Удобно, что сейчас, конечно, можно на ходу некоторые оружия менять. По крайней мере, вот спрятать винтовку и достать топор можно на ходу. Я надеюсь, я правильно иду в магазины. Потому что могу что-нибудь перепутать. Я уж не помню, как тут. Без карты тяжело, ребят. Вот, уже вроде столько всего нашел. Каску там. Каску, хорошее оружие, правда, мало патронов. Одежду нормальную нашел. Топор нашел. Ну, все, что нужно, а вот с картами и с компасом у нас проблемы. Хотя бы компас бы найти уже как-то проще. По крайней мере, можно держать направление какое-то. А так, чисто по солнцу ориентироваться. Тут еще солнце-то видите, то есть как оно. Как огромный круг. То есть, если был бы маленький, можно было бы так прикинуть примерно там на 2 часа, допустим, или там на 10, солнце там, ну, не знаю, на 5 часов в спину, да, светит, и можно примерно держать направление. Правда, насколько мне известно, солнце здесь тоже двигается, то есть, если бежать долго, оно сместится, и вы будете немножко идти по дуге, как в реальной жизни. Так что нужно быть аккуратным. Так, сейчас быстренько, значит, идем в магазин, и потом, в любом случае, видимо, придется идти на север, потому что иначе я буду просто привязан к этому городу. Мне придется здесь ходить, 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 ходить бесконечно. Это меня совершенно не устраивает. Вот так что идем. Туда. Так. Я плохо помню, честно говоря, что здесь где, но пытаюсь все-таки как-то разобраться. Тем более в городе FPS довольно низкий, наверное, вам не очень приятно смотреть, когда у вас картинка тормозит. Ну, для вас, наверное, это не такие тормоза, когда смотришь, как-то это проще все выглядит. Вот, а когда играешь, конечно, определенные сложности есть. Допустим, если будет перестрелка, мне будет очень сложно кого-то убить, потому что, ну, нет плавности картинки. Ни для кого не секрет, что, допустим, профессиональные игроки в Quake, они играют там на 120 FPS. То есть, там минимальные настройки, все отключено, там все на минимуме. Они просто... У них должно супер плавно все быть, чтобы попадать. Многие считают, что 30 FPS это как бы достаточно. Да, этого достаточно, то есть для нормального восприятия. Но чем больше FPS, тем не менее, тем больше плавность. И при каких-то... Давайте-ка попробуем еще быстренько сюда забежать. Вдруг тут что-то есть. Так, ботинки. Ага, ага. Так, ну-ка. О! Бутылка с водой, и причем есть вода там. 50% воды. Это хорошо. Так, значит, что мы можем сделать? Мы можем взять, открыть. Так, а где у меня этот, аптечка? Я что, просрал ее где-то, что ли, аптечку? Черт. Нету просто... блин, нет у меня очистителя чертового. Не придется так пить. Давайте попробуем так выпить, черт с ним.
Так, он немного хочет есть, но давайте мы съедим молока немного сгущенного. Я так понял, что это все-таки сгущенка. Вот, да, поел. И давайте еще попьем немного, допьем остатки воды, потому что... И будем выдвигаться на север, наверное, прямо сейчас. Да, все, бутылку можно на самом деле выбросить, потому что у меня есть фляга в любом случае. Хотя она... А, фляга-то раздолбанная. Ага. Так, ну ладно, пока тогда не будем выбрасывать бутылку, на всякий случай, вдруг она мне еще пригодится. Быстренько сейчас осмотрим это здание еще. Чисто так. И будем выдвигаться на север. Наверх что-то не знаю. Давайте, не знаю, быренько осмотрим. Все-таки мало ли что, тут там что-то есть. Так, сгнилой банан не нужно. Потому что я думаю, вам не очень интересно будет смотреть, как я по одним и тем же локациям хожу постоянно. Это я вас понимаю, но ничего, не волнуйтесь, мы в этот раз постараемся очень быстро уложиться. Так, какие-то штаны, нам не надо это все. Ага. Ой, какие лаги, ребята, жесть. Так, тут что у нас? Шапка и разорванные эти шмотки. Окей, так, тут ничего нету. Тут тоже ничего нету. Так, все отлично. По пути найдем какую-нибудь деревеньку, наберем бутылку воды в бутылку или во флягу. Но фляга, она совсем раздолбанная. Я что-то не обратил сразу-то внимания на это, что она прям совсем красная. Так, гнилые фрукты, их кушать не нужно. Как вы уже знаете. Оба, что это такое, ну-ка. Черт его знает, что это такое. Почему-то не появляется, ладно. Так, ну на последний этаж, наверное, мы не пойдем, там обычно ничего вообще нету. Пойдем вниз и будем потихоньку продвигаться на север. Так, еще бы вспомнить, где север теперь. По-моему, там где-то, нет? Я ошибаюсь. Так, солнце светит с берега, нам туда, значит. Ну, сейчас пойдем. Так, тут нечего ловить. Тут, конечно, серва, кстати, хорошо так наполнен. То есть тут много людей, надо быть аккуратным. Могут напасть. А в условиях города перестрелки, как вы уже поняли, по причине того, что очень сложно. Так, давайте еще сюда по пути уж заглянем, раз уж мы здесь хотя бы просто первый этаж пробежим. Тут, наверное, все уже залутали, я думаю. Да. И пойдем отсюда. Быстренько, быстренько. Так, солнце в спину. Отлично. Это вот так нам нужно, наверное, двигаться примерно. Есть, конечно, соблазн еще быстренько хотя бы просмотреть гаражики. Или что там? А, там дом. Угу. Тут, кстати, может быть колонка где-то надо. Я бы так мельком глянуть. Сразу FPS поднялся, и, конечно, комфорт от игры вырос. Я же умею прыгать. Блин, он все еще говорит, что он хочет пить. Я же только что, блин, выпил полбутылки воды. Ты че? Или это баг какой-то, или че? Че тебе сколько надо воды-то, чтобы напиться? Ё-моё. Я столько не найду, блин, сколько ты пьешь. Давай, все. Может, тут что-то есть, не знаю. Так, ничего нету, ничего нету. Ага. Ну-ка, тут что-то есть. Оба. Интересно, это какую-то кобуру я повесил на себя. Могу ли я в нее пистолет убрать? Да. Блин, ребят, прикольно, смотрите.
Теперь вот так. То есть пистолет у меня теперь не занимает места в инвентаре. Это круто. Так, шапка какая-то раздолбанная. Не зря сюда заглянули уже. Так, посмотрим. Пустой рюкзак маленький, мне он не нужен. Отлично. Не зря зашли. Так, солнышко у нас там. Пойдемте отсюда. Так, это что у нас такое за... Чапаевск. Понятия не имею, что это такое. Типа новый город. Раньше, по-моему, вообще такого не было, если я не ошибаюсь. Добавили уже в новом Дейзи. Это прикольно, что они, конечно, добавили целый город. Все-таки карту, конечно, переделали так значительно. Вообще, было бы, конечно, круто, если бы они вообще какую-то карту нулевую придумали. Это было бы еще круче. То есть, вообще полностью неизведанный мир. Что где непонятно, было бы совсем классно. Вообще не понимаю людей, которые читают, вот куда идти, где лут какой. То есть, ну вот гайды в интернете, эти карты. Зачем? Это же неинтересно. Смысл игры теряется, если вы знаете, что где. Зачем играть тогда вообще? То есть, уже не то. Другое дело, когда вы... My stomach goblins. По-моему, я встал. Так. Все еще хочет пить этот засранец, а? Прям всю душу мне вымотал уже со своим питьем. Так, давайте быстренько заглянем сюда, если можно, конечно. Нет, нельзя. Не входи. Ну, видите, некоторые здания все-таки не входибельны. Но это не совсем здание, скорее... Скорее что-то типа... Подсобки какой-то. А вот сюда зайти можно. Тут есть лопата. Лопата нам не нужна. И все, больше ничего нет. Ну и ладно. Так, вот... Козловка и надежина. Угу. Козловка. Знакомая, по-моему, был там когда-то. Пойдемте в Козловку сходим. Там наверняка есть колонка. Я попробую набрать там воды. Ну и заодно, может, что-нибудь полезное еще найдем. Кстати, ага, ну пить он хочет все равно, скотина, а? Черт бы его побрал. Че ж такое? Реально, баг может какой? Напишите в комментах обязательно. Че это? Ну сколько надо пить-то, чтобы, блин, я не знаю. Пол бутылки, я думаю, ну если ты очень даже хочешь пить, если ты выпьешь пол-литровой бутылки, но, по крайней мере, ты пить не захочешь. То есть, возможно, ты не полностью обезвоживание не снимешь, но в любом случае, то есть, как-то больше должна жажда утоляться, чем здесь. Компаса нету. Карты нету, блин. Так, нам вообще правильно идем, наверное. Так, надо смотреть. Вообще, кстати, наверное, большая удача, что я нашел каску. Я вот сколько не смотрел вообще, ну там, летсплеев, что-то каски ни у кого не было. Хотя, что я смотрю на солнце, нам по дороге со мной идти, поэтому. В любом случае, так что смысла в солнце уже нету. Вообще ничего нету. Прямо по дороге идти нельзя, нужно идти рядом, потому что... Он говорит, я умираю от... как его? От жажды. Ну блин, я же пил. Чё, что, чё, вообще не утоляется жажда? Или что, дегидрейшн? Ну понятно, что это обезвоживание. Сколько ж пить-то можно? Я, наверное, чё... О, ребят, что-то это... По-моему, я дико подыхаю. У меня экран, видите, стал... все стало черно-белое. Черт, я сейчас сдохну, похоже. Это будет очень печально, если я помру. Потому что я реально не понимаю, почему. То есть я пью, и все равно я подыхаю от жажды. В чем дело? Вроде не должно быть такого. Но в любом случае, если даже я сдохну, я буду знать, где мой труп, мы сможем найти его. То есть по пути в Козловку. Дорога по пути в Козловку, на север.
мы сможем облутать его и потом найти все то же самое. Да, видите, все совсем стало черно-белое, я умираю, черт. Давайте схоронимся где-нибудь в какой-нибудь, не знаю, в таком месте, чтобы не нашли, пока я буду без... Ну, пока я буду мертвый валяться. Вот здесь, наверное, нас не найдут. Правда, я сам себя, наверное, не найду потом. Ребята, если задуматься, такая жесть. Я сейчас готовлюсь умереть и ничего не могу сделать. Если так будет постоянно, ребят, вот именно с обезвоживанием, то я не знаю, что делать. То есть это писать куда-то в баг-репорт, что что-то не так или как, или что-то я не понимаю. Вот, потому что с едой таких проблем нету. То есть я поел, все в порядке. Тут просто вообще жесть какая-то. То есть я ничего не могу... Ладно, пойдемте со мной вперед. Все равно не потеряемся. По пути в козловку, по правую сторону. Если даже вдруг я начну, ну, сдохну и исчезну, то мы найдем. Просто я не упускаю надежды. Вдруг я что-нибудь найду по пути. Не знаю, какое-нибудь озеро может быть. Ну, тут такое поле характерное. Пойдем возле кустов, чтобы, если что, тоже можно было найти. Ничего мне тут не найти, наверное, ребят. Печально. Вот не знаю, я что-то, может быть, недопонимаю в этой игре. Может быть, что-то делаю не так, но... Мне непонятно, почему не утоляется жажда ни в какую. Да, где-нибудь здесь, наверное, мы помрем, ребята. Да, печальная такая серия получается. Да, все, поиграл пацан, как говорится. Респаун. Так, появился я. Ага, все, отлично. Значит, сейчас выходим, идем. Мы узнаем, куда идти. И сможем найти свои вещи. Так, мы находимся... Сейчас надо прочитать. Красная цепь появилась, к сожалению. Надеюсь, что... Не вылетит игра. Ну, в смысле, это, сервак не упадет наглухо, и мы сможем продолжить. Потому что если это будет так, это очень печально. Я не смогу тогда вернуть свои вещи. Так, я так понимаю, это... Что это, интересно, за... как его? Населенный пункт. Мы сейчас узнаем с вами. Тут где-то должны быть все-таки указатели. Да, это все-таки Черно, по-моему, нет? Да, все-таки Черно. Значит, где-то там должен быть город. Блин, давайте все-таки вот эту вот хрень просмотрим. Вдруг там что-то есть. Хотя бы топор найти на всякий случай пока, чтобы, если что, можно было от зомби отбиться. Потому что так я совсем себя чувствую каким-то беспомощным. Это раздражает. И надеюсь, что... Так, там зомби, черт. Надеюсь, что у меня хватит. Сейчас давайте посмотрим, есть ли там что-то или нет. Да, ничего нету, ладно. Пойдемте тихонько к тому месту, где мы откинули концы. Ой, печалька. Что-то с водой действительно большие проблемы в этой игре. И с этим надо что-то делать. Кстати, я понял, что можно разорвать футболку, если что. Давайте, кстати, попробуем это сразу сделать. Все равно, в любом случае, мне она не нужна, эта футболка. Вот, можно и разорвать. Сразу так и сделаем, чтобы, если что, можно было перебинтоваться. Хотя, в любом случае, если на меня нападут, наверное, это будет конец. Потому что отбиться мне нечем. Так, быстренько посмотрим. Здесь просто бывают топоры иногда. Да, но не в этот раз.
Ой, черт, зомби. Все, вали, вали, вали. Все равно они сквозь двери ходят, засранцы. Так, валим отсюда, валим, валим, валим. Долго я, конечно, так не смогу бегать, но... Он уже хочет пить, мы только начали. А он уже хочет пить. Я надеюсь, что я не перепутал города, это все-таки Черногорск. Хотя, честно говоря, не очень похож. Больше похоже на Электрозаводск. Или я что-то путаю? Так, если Электрозаводск, Черногорск, он левее. Но я просто не вижу здесь вот этих вот построек. И вообще я плохо, к сожалению, помню географию. То есть я очень давно играл в Days, уже забыл, что где. Но, по-моему... Электрозаводск, он, если смотреть по карте, он правее, чем Черногорск. То есть, да, это Электрозаводск, по-моему. Если в Черногорск, нам нужно идти вот туда. Примерно вот так. Проблема в том, что когда я прибегу к своему трупу, я уже буду снова хотеть пить, и я опять сдохну. То есть, это как-то не очень хорошо. Надо как-то в любом случае решать этот вопрос. С моей вот такой вот черепашьей скоростью, это, конечно, будет довольно печально. Тут, конечно, они вот с питьем, ну слишком, но человек, он не так часто хочет пить, уж все равно, даже если бегает, он способен сутки, уж без проблем он должен, может прожить без воды вообще, не без, ну, без особых заморочек, без вреда для здоровья. Поэтому они уж так сделали, что прям, не знаю, там проходит буквально пара минут и уже все. Давайте сразу выбросим это все из карманов нафиг. Не нужны нам эти фонари, все равно мы бегаем днем, поэтому не особо нам это надо все. Найти бы сейчас банок 10 газировки, хотя и засунуть их все равно некуда тогда будет. Черт, ну хотя бы 2 найти. Две-три штуки, чтобы, блин, можно было нормально все это пройти. Я надеюсь, что я правильно вспомнил, Электрозаводск, он левее, чем... Правее, то есть, чем Черногорск. Если я ошибся, это будет очень фатальная ошибка с моей стороны. Чисто по памяти все. Это деревенька. Ну, я говорю, без оружия смысл шариться по деревням, то есть только зомби собирать все равно. В любом случае придется убегать, если кто-то меня заметит, какой-нибудь зомби. Убить я его не смогу, поэтому мне кажется, наиболее такой предпочтительный выход из ситуации, просто пойти и найти свои вещи. Вот, а потом по-бырому найти воду, как-то постараться. Хотя бы, я не знаю, водоем какой-то набрать, там все фляги эти долбанные, бутылки. Напиться там, пока блевать не захочется. Впрок. Что-то я пока вообще никаких городов не вижу, ребят. Может, я что-то перепутал все-таки? Если это так, то это печалька. Я специально, я могу сейчас открыть интернет, посмотреть карту, там она не изменила. Это не проблема все, но это неинтересно. Так играют только, не знаю, казуальщики, кое мы не являемся. Поэтому будем по хардкору подыхать от жажды и уходить в какие-нибудь неведомые дали. Все будет в жестком стиле, как говорится.
Ну, так, когда по лесу бегаешь, кстати, вообще FPS нормально, ничего не тормозит, все отлично. Все-таки какие-то проблемы у игры вот именно с прорисовкой зданий, как-то там сделано коряво или что, черт его знает. Движок вообще этот довольно кривоватый такой. Я говорю, мало того, что он не подходит для этого жанра, абсолютно вообще не подходит, так он еще и сам по себе какой-то говеный. Вот. Довольно странно, что они его выбрали. Да, у него такая реалистичная достаточно картинка, то есть он выдает такой, ну, графика, она не особо технологична, но вот это вот общий стиль ее, он очень близок к реальности. Но при этом вот этот движок, он очень, очень не оптимизированный, это самое печальное, наверное. Я помню, как мы играли в Days, когда вот на старом компе у меня вообще был тогда Core to Quart. Блин, не помню какой. Core to Quart 8200, по-моему, или 8300. 8200, по-моему, у меня был. Он был не самый слабый процессор на то время. Он уже устарел немножко, но все равно был такой довольно средний. И, конечно, это была полная жесть. То есть тормоза были просто чудовищные абсолютно, неиграбельные. Вот, а потом я купил себе этот i5 2500, да, i5 2500, и Days стал идти гораздо лучше. На самом деле, насколько мне известно, больше всего тут, конечно, зависимость от процессора. Но я говорю, если в моем сегодняшнем компьютере, конечно, видеокарта не самая крутая, то процессор все-таки у меня стоит очень хороший, поэтому непонятно мне, с чем вот эти вот тормоза связаны. Блин, я куда-то вообще в какую-то жопу, ребят, забрался. Ребят, я вообще, по-моему, я все-таки не туда куда-то ушел. Может быть, все-таки Электрозаводск был левее, чем Черногорск, а не наоборот. Но в любом случае, тогда я должен на болото выйти. Куда-то я все равно должен попасть. На болото, там ангары были раньше. Там тоже можно поживиться чем-то. Труп я свой не найду, но по крайней мере, что-то я найду. А тут вообще голяк просто полный. Вон, смотрите, ничего нету. Персонаж у меня выдохся вообще в хлам просто в полный. По горам, блин, побегай так, в такую жару еще. Такие квадратные тут скалы, тут вообще, наверное, не подразумевалось, что кто-то будет ходить. Да, ребят, что-то я, по-моему, в какую-то жопу, ребят, забрался. Тут вообще ничего нет. Вот, может, это был даже и не Электрозавод, не Электрозаводск, а какое-то другое поселение, скажем так. Но похоже было на Электрозаводск. По крайней мере, на память так. Вот я давно в нем не был, но, по-моему, он выглядел именно так. Вот. Амбар там, не знаю, пойдемте туда хоть сходим, что ли, что-то. Плохо без карты, конечно, перед глазами. Надо было посмотреть, что это за поселение, когда мы там появились. Просто посмотреть, подойти, найти табличку. И было бы гораздо проще, тогда мы бы примерно знали, куда идти, а так, конечно, совсем печально. Но зато погружение больше, то есть такой появился хер знает где вообще, что, куда идти, непонятно. Вот, и, кстати, обратите внимание, что от жажды персонаж очень быстро дохнет, то есть я буквально сколько там, ну, вот когда пошло то, что я умираю от обезвоживания, прошло там, не знаю, 3 минуты, я умер просто, все. Уже ничего не сделать. Еще я слышал, что здесь, типа, если бегать, конечно, быстрее персонаж обезвоживается, но тут в любом случае приходится бегать. Транспорта я пока здесь не нашел никакого, даже намека на транспорт. И не слышал, что он здесь есть, то есть вроде как еще не вводили. Поэтому пока что-то сложно такое сказать. Конкретное. Но мы сейчас в любом случае идем в те амбары, потому что у нас выхода нету. Никуда не подеваться. Надо все равно что-то искать, хотя бы топор. Учитывая, что я пошел куда-то не туда, по лесу вообще шастал, вместо того, чтобы шерстить какие-то поселения, то понятное дело, что ничего у меня нету, пустые карманы просто.
Там мост, я так смутно припоминаю, что там такое, ну-ка. Да, Козловка, ребята. Козловка направо. Мы же тогда в Козловку шли, 2 километра было до нее, черт возьми. Так, 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 так. Думай, башка, думай. Козловка туда. Или мы не в Козловку шли, черт его знает, вообще не помню в упор. Может, мы тогда в болотах все-таки были, ребят? По-моему, нет. Не, болото, по-моему, там какой-то не крупный был город. Блин, вообще так сложно вспоминать вот это все. Я давно было уже, прошло, ну, не больше года прошло. Я уже очень смутно все так помню. И так где-то так всплывет что-то в памяти. Вроде так было, вроде не так. И непонятно. Эта серия будет чуть подлиннее. Хочу хотя бы, чтобы она чем-то закончилась. А то что-то как-то такая печальная серия получилась. Появился, потерял все, что нашел. То ли из-за глупости, то ли из-за багов, и все, как бы, ну не знаю, это печально очень. Давайте хотя бы тут прошерстим домики. Сделаем тогда так. Труп наш там все равно пока валяется. Вот. В любом случае, он в ближайшее там время никуда не денется. Нужно хотя бы... Так, я уже какие-то тут... Какие-то крики начинаются, блин, уже зомби. Черт подери. Ну давай, давай. Ну давай, убегай, убегай. Как печально все это. Так. Взять. Да блин, ты откуда здесь взялся? Черт. Блин, опять кровоточит у меня все. Я еще перевязаться-то не смогу. Сейчас опять, наверное, все с крови начну истекать. Давайте попробуем навалять ему. Иди сюда, ублюдок. Попробуем кулаками его уделать. Вдруг получится. Просто интересно. В любом случае, если что, сдохнем. Потому что мне сейчас уже особо нечего терять. Заодно проверим, можно ли убить зомби кулаками. По-моему, нельзя. То есть он все равно встает, видите, да? То есть я не могу его убить. Я могу его вырубить, но он все равно встает. Давайте проверим, проведем эксперимент. Все, я уже в любом случае мне что-то... Так, ну вот все, он сдох. Аллилуйя. То есть можно убить, но... Это, конечно, не для слабых духом, как говорится. Все опять черно-белое, черт. Да, это было весело. Но убить можно. Правда, это лучше так не делать. Это довольно глупо. Просто теряешь вообще все ХП практически, которое есть. Так, тут ничего нету. Там какие-то штаны валялись. Может, они получше, чем мои. Нет... Не лучше. Какие же. Ну и ладно. Вообще довольно глупо, конечно, что зомби можно забить кулаками. Но с другой стороны, их же дали, то есть они зачем-то нужны. Если бы они не могли ничего никому сделать, то тогда было бы непонятно, зачем их вообще вводили. Смысла в этом было бы ноль. Так хотя бы ты знаешь, что ты можешь отбиться, можешь, но у тебя, во-первых, должен быть бинт, во-вторых, у тебя должно быть много крови. То есть я от второго зомбика я, наверное, уже не смогу отбиться. Скорее всего. Ребята, похоже, я все-таки правильно, в правильном направлении двигаюсь. Пригорки, господи, так. Так, сюда нельзя зайти, черт. Так, сейчас заходим в амбар. И заходим в эту хрень длинную. Потом идем. А потом я заканчиваю эту серию, начинаем следующую. И в ней я уже пойду искать свой труп, заодно попытаюсь по пути что-нибудь раздобыть полезное.
Потому что с лутом в этой игре сейчас очень большие проблемы. Совсем нет лута вообще. Да, немало, наверное, мне придется пешкадралом отмахать. Чтобы вернуть свое законное имущество. Но ничего, никуда не подеваться. Так, это что такое? Это зомби или игрок? Это игрок. Его обобрали, у него даже футболки нету. Да, у него даже футболки нет. Даже футболку сняли с него, жесть. Наверное, здесь тоже ничего уже нету. Черт, я упал с высоты и влип. Надеюсь, что у меня ничего не кровоточит. Сейчас вот это вот здание еще обшмонаем и пойдем за своим трупом. Какое счастье, что это такое? Футболочка. Отлично, у нас есть бинты теперь, если что еще. Так, эти новые ботинки, эти нет уже, эти не очень новые. Вот, ну ладно, на этом мы заканчиваем эту серию. Спасибо, что смотрели. Вот, будем продолжать все-таки пытаться выживать здесь, не знаю, в каких нечеловеческих условиях. В общем, сами все увидите, оставайтесь на канале. Всем до скорого, всем пока.